They want to hear how Russian soldiers describe Western weapons that Ukraine uses in this war. Then just listen to this intercepted phone call. It's kind of funny. So let's go. Ну а что, на перекур нихуя никому меня, да? Да хуй его знает, Игорь. Сейчас батальоны он вывели, будут формировать из трех один, нахуй. Потому что пиздец, народу не осталось. И то хуй знает, если сформируют. Ну, батальоны откатились сейчас маленько. Да хуя попогибло, нахуй, да? Да и попогибло, 300-х ебанешься сколько. Сейчас будут формировать, хуй знает. Если сформируют батальон, а если нет, то с кем воевать, наверное, выведут, может, хуй его знает. Короче, что сейчас будет? Ну, им там 10 дней сейчас их там будут психологи там разговаривать, хуёлоги, блядь. Потому что уже и заходить никто не хочет, уже заебались полгода, уже кого нахуй. Ну, заходило, блядь, 1000-2, сейчас уже осталось, нахуй, я ж тебе говорю. Если, блядь, 500 наберется, нахуй, то заебись. Ебать. Приехали мы сейчас с разведосами, тут живем. Им 2 дня назад прилетело здание. Какой-то хуйню ебашут, блядь. Выхода не слышно нихуя. Просто, блядь, 2 секунды, бам, бам. Ну, может, поляцкая, польская эта хуйня бесшумная какая-то. Не-не, это какая-то это СЗО, блядь. Типа града, вот, урагана, но только она беззвучная, сука, пидорас. Ну, может, вот эти хаммеры, ебаные, эти хаммерсы. Не хаммеры, а как-то они, блядь, называются, говорили, но... Цезарь французские, блядь. Все, что там в телевизоре говорят, это все ебань. Что у нас там потери минимальные, кого нахуй. Ты думаешь, у нас тут, блядь, что сам себе купишь, нахуй, он, блядь, приезжают пацаны, кто 300-ми были, уже сами себе ночников, хуйков покупали, блядь. А так кто нахуй, нету нихуя, блядь. Да, были тут у нас комбриг, он и мед продавал, нахуй. И беспилотники покупал, 20 бочек меда, представь, 200-литровых продал, нахуй. 4 беспилотника купил, блядь. А где он их нарулил, блядь? Купил, они продаются, ебаный в рот. Не, я понял, что продаются, блядь. А, мед, да, пасеку где-то взломали, хуй, тут пасек, ебать, в рот. Сейчас говорят... Наш питерский какой-то там завод разработал, блядь, сейчас должны поступить на вооружение. Тоже эти, типа Барактаров, тоже какую-то хуйню кидают, нахуй. Уже даже где-то, говорят, там их 12 штук, что ли, всего лишь пока. Ну, уже где-то есть вроде они в войсках. What is not funny though is when mentally ill Russian soldiers are drunk, because what they do is so random and dangerous for people who live under occupation. Just listen to this intercepted phone call and you'll get it. Говорят, что документы на наш вывод, именно вывод, лежат здесь, на КП, на командном пункте. Но командир этой 49-й армии, генерал этот, который к нам в лагерь приезжал, не дает им хода. Может, там командование наверху вообще про то, кто именно здесь стоит, вообще не знаю, там, наверное, не докладывает половины, сколько у него людей вообще осталось. Одна наша машина с вещами, ну, якобы с теми, что у людей вещи повыживали, потому что база вся с теми вещами, что остались, там половину вещей вроде как на Урале увезли уже куда-то туда, там вот, сумки, рюкзаки, вот такое, кого чего уцелело. Подальше. Ну, которые вещи с вами были, а не те, в которые колхозе остались, да? Которые, конечно, здесь насыпали уже половину, потому что вчера не было. Я поняла. Люди тут сбегали, что-то бросали, тут, может, это, место точно осталось. Ну, половина не в чем ходить, они вон в найденных, в брошенных домах, шортах и майках лазят. Слух прошел, у нас вчера кипиш был, да, вчера утром с 4 до 5, там, очень шумно было. У нас круговая оборона, толком не поспали. Потому что мало ли что будет, полезут. А потом выясняется, что это пузырь там с каким-то колей ублюдочным нажрались и гранатометами в деревню садили. Коля, он безбашенный, ему он это, и над людьми тут издевался. Он ЧВКшник когда-то там в какой-то контракте в военной компании работал. У него пуля свистит в голове. Его только комбат в УЗИ держал. А сейчас он на другой позиции. С лимоном и с пузырем, видимо, слабину поймал. В деревне человек, наверное, из 300 человек, 50 стариков осталось. Может, я там не был за эти дни. Может, хоть в пустые дома. Это со милой воды набрались.
наверное, до поросячьего вида, раз в 4 утра им приспичило заниматься. As always, please leave likes and comments under this video. Thank you so much for your attention. I'll see you next time and goodbye to you all.